Тогда у меня просьба вам сейчас приготовить, пожалуйста, Игорь Викторович Шевляков, начальник отдела страхового фонда документации Главного управления МЧС России по городу Москве. А здесь, Илья Шамич, поступил вопрос, просьба вас тогда ответить. Вот. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, начиная с 1997 года в Москве, как и в стране, в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской Федерации города Москвы развернута активная работа по созданию страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения. В целом, Российский страховой фонд документации – это находящаяся в государственной собственности совокупность упорядоченных и надежно хранимых массивов документов. Вкратце могу сказать, что работа, которая проводится в Российской Федерации, началась не так давно, а в некоторых государствах мира она уже завершена. Например, наследие Японии, работа была начата еще в 1970-72 году, а завершена в 90-м. Все наследие Японии зафиксировано и находится в местах хранения, а именно таких в Африке, другие континенты. Используются таким образом, чтобы можно было эти документы извлекать, пользоваться, и самое главное, чтобы они были надежно сохранены. Основным назначением страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций является обеспечение проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ, ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций в случае утрат или недоступности документации объекта. А выполнение мероприятий по созданию и развитию страхового фонда возложено на МЧС России. В целом, что такое страховой фонд? Это аварийный комплект документации, поэтажные планы, созданные по единой системе, текстовые документы, которые сфотографированы, если грубо говорить, и после их обработки заложены на хранение, ну, установлены федеральным законодательством места. Микрофиша – это в среднем шестая часть А4 формата. Микрофиша хранится 100 лет. Наряду с федеральными страховыми фондами документации чрезвычайных ситуаций на территории Москвы, в частности, создан территориальный страховой фонд документации. Деньги на его развитие выделяются из бюджета города Москвы и планируется выделение, начиная с 2012 года, в совершенно новой программе, которая называется «Безопасная Москва». В целом, направление развития системы документирования объекта, кроме МЧС, выполняют и другие федеральные органы исполнительной власти. В частности, начата работа по этому вопросу с Министерством образования и науки. Кроме развития страхового фонда и его оперативного использования, основной и целевой задачей Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям ставит оперативное использование документов. Зачастую при пожарах или ликвидации других последствий необходимы поэтажные планы иметь представление о районе расположения объекта. Для этого извлекать страховой фонд документации по времени несколько неудобно. Самым принципиальным и удобным носителем является электронный носитель информации. В Москве под руководством правительства Москвы с участием Главного управления МЧС России по городу Москве создан программно-технический комплекс документального обеспечения аварийно-спасательных работ. В частности, как элемент программного комплекса, это трехмерные модели, представленные РУДН. В целом, за 4 года работы в базе данных программного комплекса находится порядка 950 объектов, практически 80% потенциально опасных объектов. Система, кроме визуализации объекта, позволяет, кроме всего, оценивать пожарную обстановку, проводить определенные математические расчеты. В принципе, дальнейшее развитие
программных комплексов, вот у нас один из первых в МЧС России, будет заключаться в унификации трехмерных моделей, которые создаются другими организациями и ведомствами. Положительным опытом использования инновационных технологий в системе учреждений и организации образования и науки является проведение пожарно-тактических учений, в том числе с использованием программного комплекса. Здесь мы полгода назад наблюдали, как нашу систему и систему, созданную в РУДН, эксплуатировали в период проведения пожарно-тактических учений. И мы наблюдали, как на электронной трехмерной модели здания проходила эвакуация. Причем это было видно по именно с отражением технических способов визуализации. В целях дальнейшего развития системы оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию и развитию страхового фонда документации в учреждениях и организациях Министерства образования и науки и продолжить работу по созданию и внедрению инновационных технологий, в частности, использование трехмерных моделей. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Викторович. Раньше нечего готовы ответить, да?